Всех приветствую на моем канале. В сегодняшнем видео будет обзор фена от компании Babyliss. Сам фен очень аккуратный, небольшой, имеет сдержанный стильный дизайн. Также необходимо сказать, что он достаточно легкий и рука при сушке абсолютно не устает. Также он очень удобный в использовании. Он довольно мощный, имеет 2300 Вт, действительно очень хороший поток воздуха, которым легко, быстро и просто в домашних условиях можно высушить волосы. Он имеет две скорости, также три потока воздуха, которые вы можете выбрать для себя, более горячий, более прохладный. И также имеется холодный обдув, вот эта зеленая кнопка. Красная кнопка – это турборежим, то есть в этом режиме подается самый мощный поток воздуха, при котором вы можете очень быстро и легко высушить волосы. В комплекте с феном идут две насадки. Одна для точной укладки и вторая – это диффузор, которая придаст дополнительный объем при сушке волос. Также в комплекте идут инструкция на нескольких языках и гарантия на 3 года. Фен также имеет дополнительно на ручке петельку. То есть это для вашего удобства, если вы желаете повесить его, например, в ванной на стенке. Давайте же включим фен и протестируем, как он работает. Сейчас я включу первую скорость, дальше вторую. Также посмотрим, как работает холодный обдув и турборежим. Он выдает мощный, хороший поток воздуха, действительно очень быстро можно высушить волосы, подобрать для себя подходящий режим, скорость, температуру. Очень немаловажно, что есть холодный обдув для того, чтобы закрепить прическу. Ну и также, если вы хотите очень быстро высушить, то для этого отдельно существует турборежим. Помимо этого, фен также имеет длинный шнур, что также немаловажно при его эксплуатации. Я уже пользуюсь этим феном несколько месяцев и могу сказать, что у меня только позитивные впечатления. Он действительно очень небольшой, легкий, очень удобно лежит в руке, быстро можно высушить волосы с его помощью, действительно мощный хороший поток воздуха и также немаловажно, что есть несколько режимов скоростных и температурных. Это действительно отличный фен в средней ценовой категории. У нас в Германии в магазинах он стоит в среднем где-то 40 евро. Если поискать в интернете, то можно где-то со скидками купить его даже немного дешевле. Отличный фен, приемлемая цена, и также нужно сказать, что у него есть все необходимое для качественной и хорошей сушки волос в домашних условиях. На этом я буду заканчивать мой обзор. Если у вас появились какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Всем спасибо за внимание и подписку, и до новых встреч!